Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и мы продолжаем тему лекарственных растений, фитотерапии. Сегодня у нас ромашка аптечная, и она применяется как противовоспалительное средство при множестве заболеваний. Она также применяется как антибактериальное, болеутоляющее, желчегонное, антигистаминная, кровоостанавливающая, выводит газы из кишечника, и все это ромашка аптечная. Применяют ее в виде промываний, клизм, ванн, отваров, компрессов, и также применяют как сухую траву, которую запивают по вечерам за час до сна. И обычная доза отваров — это 4 ложки чайные на 300 мл воды. За один прием применяют 50 мл, а приемов делают от 2 до 3 в день. Но есть и побочные явления, или точнее, они бывают. Это может быть сыпь, аллергия, повышенное давление, тошнота, рвота. И об этом необходимо также помнить. Желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.